Здравствуйте, товарищи! Вновь плагой Волфт у нас. Мы получаем достижения, всякие возможные. Сегодня мы попробуем получить достижения, которые есть в официальном сценарии «Помощник Санты». Достижение, по-моему, называется «Список непослушных». Нужно нам занести всех людей в непослушных и, так сказать, хер им, а не подарки устроить на Рождество. Как-то вот так. В общем, такой рождественский сценарий. Я понимаю, что до Рождества далеко. Оно, наоборот, меньше 2 месяцев назад-то было. Ну да ладно. Давайте пробовать. Играем мы за червя. Так, ладно, хер с ними, улучшения оставим, какие есть. Берем средний уровень сложности. Сложный, крайне сложный брать не будем, потому что ну и нахер. Можем там пролюбить все это дело. Так, мир, сука, темный и безрадостный. Это мы все помним. Веселье, сука, уничтожено. Это мы тоже помним. А вообще, давайте начнем наше безудержное веселье, наверное, с России. Почему бы нет? У нас тут счастья-то не хватает. Так, наш червь приносит, сука, благо. Нужно нам вспомнить вообще, что тут, сука, как. Так, единственное, что мы сразу можем взять, это в симптомах вот этого вот маленького червя. Контроль над разумом может быть и во благо. Короче, немножко увеличим заразность. Поехали. В общем, то, что нужно для получения этого сценария, я, наверное, попозже скажу, когда появятся здесь нужные вещи у нас. Так, веселые усики берем, чтобы открыть здесь всякого. Так, и нам нужно, чтобы страны начали открывать границы. Вот этими цифровыми эльфами берем. А то сейчас все границы, вы видите, нахер закрыты у нас. Потому что запрещены у нас между странами вот всякие движения. Аэропорты закрыты, морские порты закрыты, сухопутные границы закрыты. Так, берем холод, чтобы увеличить заразность в нашей начальной холодной России. В общем-то, чтобы получить наше достижение, нам нужно вот в этих ветках взять все, что такое вот плохое и, так сказать, грешное, что ли, сука. Вот эту лень, переедание и там прочую вот эту херню. Вот все ее нужно взять, и тогда будет у нас это достижение, это по идее. Вот лень. Повышается производство серотонина, повышенное производство серотонина. Заставляет носителей лениться и не достигать успеха. Так, берем вот это дело. Оно еще нам уровень счастья понижает, который здесь как тяжесть болезни работает. И мы, наверное, еще и палиться будем меньше через все это дело. Да, вот уменьшается наше счастье. Берем переедание. Следующее будет зависть. В общем, все там плохое, недоброе берем. Чтобы мы были, так сказать, плохими все детьми. И Санта-Клаус нам хер вместо подарков, так сказать, подарил. И берем зависть, еще уменьшили счастье. И здесь, по-моему, еще что-то будет на эту тему. Возможно, это через вот эту вот ветку. Здесь нужно все это взять. Так, ну а нам дальше нужно распространяться и открывать эти гребаные границы. Что у нас по заразности, по путям передачи? Засушливый климат, влажный климат. Это общая какая-то маленькая заразность. Ладно, давайте прём пока.
возьмем здесь общую заразность. Богатые страны, города, у нас сельская, сука, местность. Вот самолетик бы нам еще взять. Это что? Так, это уменьшение скорости исследований, это откат разработки лекарства. Хорошо. Берем все это говно. Так, куда-то мы пришли сюда. В Китае разрешены поездки за границу. Хорошо, мы заражаем больше стран. Так, нам нужно 12 очков на цифрового вестника. Чтобы границы, сука, открывались. А то как-то мы по России бодро идем, сейчас нас выпалят и начнут лечить. Берем цифрового вестника, счастливые истории в ебаных соцсетях. Всякие дебилы выкладывают. И потом на YouTube заливать будут свое говно, которое нахер никому не всралось. Хорошо. Сколько это говно стоит? Опять 12 очков. Ждем. Вот Россия уже вся, сука, счастливая, но нас что-то еще не палят. Берем вот этого цифрового ангела. Видео на YouTube. На YouTube выкладывать видео своей счастливой жизни. Сука, что может быть более мерзким? А, блядь. Какой, блядь, счастливой жизни? Все должны, сука, страдать. Ненавижу счастливых людей. Так, и вот здесь нам нужно... Вообще самолетик бы неплохо взять, конечно. Давайте возьмем самолетик. И начнем наши безудержные перелеты. Так, нас выпалили, и сейчас начнут лечить. Блядь, 14 очков, что-то много. Блядь, что-то дорого все стоит. Надо было посмотреть, наверное, в улучшениях, что у меня там в ЗИТО. Какого хера взято именно это? Так, Южная Африка там работу над лекарством начала. Сейчас мы туда самолетик счастья-то отправим. Так, и вот это нам нужна интоксикация. В общем, изменение опиатов. Вызывает злоупотребление. Непонятно злоупотребление чего. Бухают, что ли, люди... Или что это, блядь? 21 очко, ёб твою мать. Кто там лидирует в разработке лекарства? Австралия. Отправляем туда самолет. Вот, берем. Короче, для получения этого достижения нужно вот эта вот ветка, которая красным цветом. Вот все херовое. Лень, переедание, зависть и интоксикация, сука. Хорошо. Ой, что-то лекарство быстро разрабатывается. Давайте пройдемся здесь, вот по вот этой ветке. Кто у нас? Австралия опять больше всех разрабатывает лекарства. Давайте туда отправим самолетик счастья. А вот комбо-список непослушных. Наше достижение получено. Люди много пьют, заплыли жиром, ленивые и несчастные. Повсюду разбросаны куски угля. Почему куски угля? Потому что вот в этой западной культуре непослушным детям вместо подарков дарят вот это вот уголь. Поэтому у нас повсюду разбросаны куски угля. Вот так вот.
так, возьмем удовольствие, чтобы люди, которые были заражены, не особо хотели наши лекарства разрабатывать. В принципе-то мы закончили, достижение получили. Давайте доиграем, может, еще что интересное. У нас будет там Швеция, да? Отправляем в Швецию. Наш самолетик. Надо бы вот тут вот все бы выкачать еще, конечно. Опять Швеция, мать твою. И опять Австралия. Ладно, давайте в какую-нибудь страну отправим, где мы не заражены. Вот это вот берем. А это вот что здесь? Так, это чтобы самолетики были чаще и, в общем-то, больше счастья разносили. Пилот в красной униформе. Некий известный человек с белой бородой возвращается из отставки, чтобы пилотировать самолеты с подарками. Можно доставить больше подарков за раз. Охеренно. А тут что? Я просто когда играл, вот это все не выкачивал. Известная оленья упряжка сопровождает самолеты с подарками, указывая им путь в непогоду. Самолеты с подарками летают чаще. А, вот это вот охеренно. Давайте летать чаще. Почему нет? Швеция у нас счастливая страна. Прекрасно. Так, кто у нас еще? США. Нет, давайте отправим, где... Короче, нет у нас счастья. Это 10 очков, да? Давайте в Бразилию, что ли? Я хер знаю. Берем пилота и вот это вот дело. Так, Испания. Испания, что ты делаешь? Прекрати. Так, откатить нам разработку лекарства бы. 20 очков. Это вот, блядь. Да чё, я проебал самолетик опять? Надо же быть таким идиотом. Лети в Испанию. У нас лекарство готово. Мне нужно 26, блять, очков. Короче, походу, приебал-то я. О, комбо «Рождество повсюду». Гляньте, мы еще одну до кучи получили достижение. «Рождество повсюду». Это вот, наверное, вот эти вот две. Пилот и проводник. Ну что ж, а мы приебали нашу игру как таковую. Ну что ж, да похеру. Мы получили целых два достижения зато. Вот так вот быстро и, сука, ну почти качественно. Если бы не поражение. Ну что ж, всем спасибо за просмотр.